Сегодня утром одна из наших телезрительниц прислала нам в редакцию одно очень любопытное и крайне возмутительное видео. Посмотрите его, пожалуйста. Понимаете, что происходит, да? Один чудак выехал на встречную полосу движения. Видимо, только потому, что считает, что он может. Он на дорогой машине, и он наверняка так думает. Сейчас выражает позицию определенной, якобы привилегированной группы людей. Кучки людей, горстки людей, у которых, кроме их ничтожной позиции, а мы знаем, как надо, потому что мы такие, на нас смотрят и за нами пойдут, кроме этого нет за душой ничего. Почвы нет под ногами. Они готовы идти против шерсти. Здесь, на дороге, против общества, против его законов. Так, в жизни тоже готовы. Считают такие, как они, те, кто идет против общества, сейчас угрожают собрать незаконные митинги в разных городах Казахстана, в том числе идя против законов общества, требуя легализации проституции, например. Еще считаю, этим обязательно должны заинтересоваться компетентные органы. Заинтересоваться и разобраться. А вам я предлагаю самим решить, надо ли идти за ними, в том числе и на митинги.